Всем привет, с вами Шумаков на канале Ушима, и сегодня поиграем в Забатрон, просто проходим дальше игру и сюда. Мы с вами попали в башню, в какую-то там 300-летнюю, да? Опа, это кто? Кто-то сказал? Или мне послышалось, типа, кто-то сказал там, нет? Нет, вроде тут никого ничего нету пока. Так, первый, опа, нихера. Опа. Я забыл, кстати, что прыжок-то тут не на пробел ни хера ни разу, да? Подожди, а откуда он там такой классный взялся-то? Подожди, он открыл какую-то дырку мне или нет? Не, он вроде просто типа откуда-то взялся. Да? Опа, ни хера он там мне, слышь, стукнул-то нормально, больно, падла тварь это. Типа только, подожди, давай-ка поменяем оружие. Может быть здесь нужно ходить типа с оружием, типа, да? Например, вот с этим, с громом. Давай попробуем с громом походить. Эш, я, кажется, просил включить режим обнаружения агрессивных биоформ. Почему этих скелетов первым обнаружил я, после того, как они меня чуть не уложили? Капитан, моя программа обнаружения агрессивных биоформ не распознает степень агрессии данных существ. Сенсоры определяют, что эти существа мертвы уже долгое время. Хорошо, ты можешь включить режим... обнаружение агрессивных трупов. Моя операционная система не содержит такую программу. Черт, ладно, при случае нужно будет тебя проапгрейдить. Ёпать ты! Уезжаем. Опа, отлично, не уезжаем. Чё за... А чё такие сильные-то, ублюдки? Фига. Это малыш какой-то, да? Так, откуда вы берете срань? Слушай, ну их много, в принципе, здесь уже так. Опа. Да, слышь, хорош пуляться ты. Что значит блок? Ты чё, говноед, еще и блок ставить умеешь? Эк. Что здесь у нас? Почему туда не проникнуть? Подожди. А, надо там кнопку, может быть, нажать. Подожди, а здесь, может быть, у нас этот. Нет, там нет прохода, да? Хорошечно. Опа. Я застрял? Я не выберусь никогда отсюда уже. Серьезная игра, камон. Ребят, я застрял. Я застрял. Понятно, короче, ладно. Так, короче, их нужно, короче, пулями брать. Тут от этой темы пока, ну, типа, смысла на самом деле мало, да? От бревна, я имею в виду. Чё ты такой агрессивный, да? А ты чё такой агрессивный, а? Чё такие все... Сука! Слышь, опять меня, короче, цапнули, прикинь. Уроды. Не могу, да? Хорошо. Так, подожди, там внизу будут эти ублюдки, да? Так, мы это читали, да. Хорош, прям вообще в башню. Хера он мощный. Да? Так, давай-ка, знаешь что? Давай-ка с этой постреляем, попробуем. Thank you.
Так, боеприпасы и проходка, да? Хорошо. Так, ну подожди, мы там еще этого мелкого не убили, да? Да блин, а почему меня это задело? Алло, ну камон, ну не, ну не, ну не надо, ну хватит, ну не надо меня уже, ну хватит. А что, и то ведро уехало, типа, подожди. Серьезно? Как так-то? Ну, видимо, да. Так, ладно, окей. А, скорее всего, от той двери у нас проходка, но это не точно, да? Эй, ёпти. Ага. Чё? Тихо. О, хорош. Вот это мне нравится. Вот это неплохо. А они долго так будут, да, махаться? Я никуда не... Тихо, тихо. Алло, а чё вы перестали махаться-то? Вы чё гоните? Давай, быстро убил. В смысле? Бэ! Чё за бред? Ладно. Твою мать. Хорошо, что промах был. На один секретики. Секретики я люблю, вы же знаете, да? Секретики. Опа-па, тихо. Типа, тихо-тихо-тихо-тихо. Так, кувалда редкий. 0 патрон. Редкий, не надо продать. Слушай, а что, у нас бита теперь не нужна будет, типа? Слушай, ну вот этот, короче, истребитель, он вообще ни к селу, ни к городу, на самом деле. Он вообще, он как бы, ну, беспонтовый, на самом деле. Потому что, ну, это серьезный уже, короче, противник. Оп! Хорош. Опа! Серьезные противники, поэтому здесь нужно нормальное оружие. Твою... Ёпти! Слышь? Кто вызвал лифт-то? Я что-то не понял. Ты вызывал лифт? Я же не вызывал лифт, алё. Игра. Ты чё, как? Ты чё, бредишь? Так, дай-ка я поменяю. Знаешь, что я поменяю? Подожди. Надеть. Теперь один. Надеть. Вот так. Чтоб у нас на единичке было оружие, короче. Ну, ты понял, да? А на двоечке у нас с тобой будет этот. Опа. А чё вы такие резкие? Слышь, они, короче, агрессивные какие-то, капец. Как... Опа-па! А слышь, а почему? Ты... Чё за бред? Ты же... Блин, ну это вообще бредятина. Он там находился, короче, но не ел этих. Но он должен был их есть. Но заприметил меня и начал есть меня. Чё за бред? Короче, ничего нету, я понял. Ну это просто, это какая-то бредятина, мне это не нравится. Я не люблю, когда такое в играх происходит. Что это за бред, а? В самом деле. Ну в самом деле, а? Не. И чё? Это где я вообще? Я в какой-то другой локации или что? Нет, в той же. А почему я тогда раньше не мог это сделать? А, ну они немножко туповаты, да? Они типа не видят меня. Так, подожди, вызови лифт. Но не уезжай пока. Так, а здесь что? Подожди, а как так? А, все, я понял. Открываем его. Опа. Хорош. Опа.
Ну, патрон тоже надо экономить, все-таки, поймите меня правильно. Типа, ну, можно как бы и без патронов как бы играть всю жизнь, но как бы лучше, наверное, с ними, да? Опа! Опа! Да-да, херачу. Хорош. Да, я забыл, что против них ближнее рукопожатие, как бы такое себе занятие. Это сейф, типа, тут, да, у нас будет? Ну, сейф пока меня, подожди, не интересует. Опа. А-а-а, промахнулся лошара. Опа, красная карточка. Хорошо. 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 Опа-па, вот все. Опа-ля-ля-ля-ля. Нет, сучка, падла, тварь, а. Ну, блин, я не заметил эти кусты ссаные. Блин, говно. Ну, ладно. А где он там? Не, ну с этой пушкой-то нормально, короче, типа, ну не очень сложно, да, против них играть, как, ну с одной стороны, да? Блин, тут просто такие уровни запутанные, типа, ну не очень мне нравится это. Да ёптель, уберись ты. Ну убери ты это говно, я уже читал 300 раз. Ну пожалуйста. Да, классно. Я еще и сам под... просто я обожаю эту игру. Не, мало того, что я сам поджёгся, короче, да, и как бы и не убрал его. Классно. Да в смысле? Так, подожди, а что мне надо еще тут сделать? Сейчас, минуточку. Я могу лифт, не лифт. Так, хорошо. Подожди, вот здесь же есть проходка, что ты мне врешь-то? Там же была проходка, помните, мы в той серии-то, ну, я нашел эту проходку. Что за бред? Ладно. Понял, не отсюда, хорошо. Хорошо, так и запишем, что не отсюда. Ну, по ногам-то уж не надо так нормально, да, стрелять? По ногам как бы... Так, секретик, чё в секретике? Я забыл про это уже совершенно. Так, что там в секретике было? Подожди, опа. Давай, разрушай, чтобы я не тратил свои патроны. Дорогостоящие, да?
Я не могу подобрать, да, щит этот? Так. Мясорубка. Значит, патроны у меня вообще таких нет. Патрон 65 огнестрел. У этого 55, 60 точность, 80 точность. Скорострельность 4. 5,5. Ну, продавамба. Продавамбо. Так, вызываем лифтярскую. И, значит, что мы делаем? Подожди. Давай прыгай. Жирный, блин. Жирный перс не прыгает, видишь? О, хорош. А я могу так делать? Да ладно. Сам, типа, руками могу вызывать лифт через вот так вот. Да ладно, я не знал. Прикольно. Хорошая, хорошая. Да, хорошо, погнали. Подожди, у меня на 900 патрончиков на это, да? Ну, это хорошо. Но это мы пока оставим, короче. Там, на босса, не на босса. Смотрим. Пока 1000 патронов есть на это говно и нормально. Просто, просто по башкам, по башкам, по башкам. По башкам, умеешь стрелять по башкам. Так, у нас нету, карточки, поэтому забей. Поэтому просто ходим сюда, идем сюда, спускаемся спокойно. Без лишней паники. Да? Да? Открываем дверь сюда. Я чуть не подобосрался, если честно. Да ты, слышь, затрахал. Ах ты говно! Пошел в жопу. Пошел в жопу. Пошел в жопу. Да ладно. Так, тут есть сохранка, но пока не будем пользоваться ей. Просто потому что не будем, и все. Потому что я так сказал. Хорош. Секретики. Опа, ружье нормальное, да? Которое стреляет до хрена раз, наверное, да? Подожди. Эпическая карусель. Выпускает 5 пуль за выстрел, 5 к скорострельности, 45 к урону при блоке, 5 к опыту. Это великолепно, ребят. Это просто, да. Ну, конечно же, мы сохраняем дробаш. Без дробаша мы как... Без дробаша. Если ты понял, о чем я. А? Ты понял, о чем я? Или ты не... Оп. Так, здесь... Подожди. Здесь ничего нет. Мы, значит, мы взяли карточку. Подожди. Сохранились. Взяли карточку, сохранились. И нашли секретик. И теперь туда. И получается в ту дырку, да? И там спускаем наш контроллер. Или как он там называется? Не контроллер. Ну, дверь открываем, короче. Да? Или не да? Так мы не допрыгиваем, да? Я вас понял. Так, подожди, а что у нас? А это что за говно? А, это вот этими стреляет патронами, да? Который вот этот истребитель 41. Подожди, 41-65-4. 18-70-10. Ну он просто, короче, ну куда-ка? Одень. Он типа. Он, короче, просто, да, он уничтожает. Я, наверное, да, продам истребитель. Но все-таки в руки возьму вот это вот, да. Хотя я в руки могу взять то и то, как бы, да? Мне никто не помешает это сделать, собственно. Ага. Думал нахлобучить, да, шмыгу? Он думал шмыгу нахлобучить, прикиньте, а? Сейчас шмыга сам кого хочет нахлобучит. Так, погнали дальше. Что у нас дальше? Дальше у нас вот что. Сталкиваем он. Ах ты, падла, тварь, ты не умер? А я хорош.
Так. Ну хорошо. Ну и чё, ты не будешь ломать стены? Просто истребили, как тузик грелку, можно сказать. Да? Можно так сказать? Как тузик грелку, или нельзя так сказать? Я старался, ребят, старался. Опа! Опа! В смысле? А вниз тут ты не спускаешься, что ли, или что? Вот свиньи, а! Хотели облапошить Сашку-то, а? Шмыгу хотели облапошить, прям вообще-то. Ни в чем не бывало, грубо говоря. Да? Мне это не нравится, такие прикольчики. Так. Вот так вот. Ай! Блин, по щам получил. Не хотел же получать по щам. Слышал, меня бесит этот мелкий. Так, тут есть сейф, но мы пока не будем его трогать, потому что почему? Потому. А ты откуда взялся? Ублюдок, мать твою. Ко мне решил лезть? Так, ну давай, хорошо, погнали. А, мелкий. Блин, слышь, мелкий, короче, стреляет непонятной траектории. Ну, свиньи какие, а. И сзади, и спереди меня атакуют, а. А патроны-то кончаются, на самом деле, потихоньку, да? Че там, этот в щите будет? А вот он уже и не в щите, ни хрена. Так. А вот и все сладости жизни. Опа. Боеприпасы для ракетницы? Да ладно, и такая тут есть даже. А, сука, а как туда попасть? Смотри, там во... Не надо было ящик уничтожать, да, наверное? О, нет! Ну, дайся! Аптечку давай возьмем пока что. В смысле? О, сука, а как я... А, вот так вот могу, да? Так, аптечку пока... Ну, оставь... Ну, блин, ну, ладно. Так. Так, там внизу был вопросик, да? Опа, и без головы чувака. Опа. Давай, давай, руши, руши там. Да блин, да как я получил-то опять? Ну что за бред? Ну игра, хорош прикалываться надо мной. Кусок говна, блин. Реально, ну блин, не смешно уже ни хрена. Я просто урон получаю просто потому что, и все. Наверное, потому что... А, это и переход туда уже. Подожди. Опа. А подожди, а я в магазин не пройду уже никак, да? А, я уже отсюда даже не выберусь, да? Потому что я все сломал. Ну ладно, забей. Так, а че? А, мы даже сейвом не воспользовались, прикинь. Thank you.
Блин, короче, с переключением между оружием проблема в игре. Потому что быстро нажимаешь на кнопку, он, короче, не срабатывает, прикинь. Опа! А что за верх-вниз? Это что такое значит? Загадки какие-то? Загадки загадочные? В смысле? А? Вниз спустись, спасибо. Воу-воу-воу-воу-воу! Ой, сука, напугал меня, прикинь. Что это такое? А, какой-то лифт вниз я опустил. Подожди, а что это такое-то вообще? А, это несколько лифтовчиков, да. Ага. Я понял. Короче, видишь, мне нужно будет перепрыгнуть, короче, через все говно. А чтобы через все говно перепрыгнуть, мне нужно, наверное, что-нибудь да взять, да и... понажимать, короче, да? Здесь мы, по-моему, с тобой были и отжали уже, да? Не могу, пока так, хорошо. Нет, вверх мы пока... А зачем мне вверх? Мне вверх там ничего, по-моему, поднимать пока не надо было, да? Вниз, вниз, да, давай. Что я там, вниз еще могу? Да, давай. Нормас. Нормас, нормас. Да. Не, рассерез, нормас. Опа-па. Чуть не обосрался. Оп. Оп. Так, хорошечно. Хорошечно. А, но пока я не понимаю, что за какой лифт отвечает, пока ничего не буду нажимать. А, лифт мы вызвали, да? Да. Едем. Логиниться. А у нас тут... сейвовка есть. Блин. Ну ладно. Есть сейвуля там у нас. Но мы пока не будем пробовать сейвулю. Мы сейчас всех уничтожим. А потом сохранимся и будем уже прыгать там. На этих, через эти всякие баки. Баки-тудаки. Баки-тудаки. Нравится тебе слово баки-тудаки? Или не очень? Хорош. Я хорош или не хорош? А? Выпало. Кто-то выпало. Так. Так. Типа... место уже, где можно прыгать, наверное, да? Или нет? А, наверное, да. Так, ну я могу наверх скататься. Так, тут что у нас? Тихо. Опа. Так, у нас, смотри, здесь что есть. А, для любого тяжелого... Опа, тихо. А ты откуда взялся вообще, слышишь? Шнурок. Сколько ты... А сколько она стоила-то? Это говно. А, редкий 21... А у меня? О-о-о. Не, ну ладно. Не смешно. Так, большая аптека. Это какие? Такие вот, вот эти вот патроны-то? Или какие патроны-то? Каким патроны-то? Какие ты предлагаешь-то мне, а, скотина, падла, тварь? А, боеприпас для тяжелого. А, у меня вообще таких нету, слышь. Так, давай еще одну аптеку, а это мы продадим. Ну, потому что у меня нет такого оружия. Зачем? А зачем оно мне? Если у меня его нет. Так, с деньгами все, в принципе, в порядке. А, теперь предлагаю, может, сохраниться пойти, слушай. Или как? Или не стоит? Или стоит? Пойдем? Класс, мне понравилось. Я хп потерял, да? Молодец. Может быть, что-то еще вниз можно было бы, да? А может быть и нельзя было бы, да? Прикольно. Я опыта просто собрал, понимаешь? Ага.
есть, если я сюда, короче, за опытом спрыгнул, то как бы, типа, все. И хорош, типа. Ну, я в принципе, согласен, да. Ай, кусок говнища, а. Просто забей. А, так стоп, да спусти вниз меня, блядь. Кусок, ты говно, кусок говна, или ты кусок говна? Ладно, кусок говна, хорошо. Ай! Бля. Так. В смысле? А я как бы, ну, умираю, типа, да? По любасу, типа. А как отсюда выбраться-то? Я понял, никак. Ой, такая херобора, конечно, господи. Вы себе просто не представляете, что это за херобора. Что это за говно опускается. Так, короче, первый это первый. Первый, понял? Первый. Второй это второй, да? А, ну логично. Значит, третий это будет третий. Его надо тоже спустить. Да куда ты попёрся-то, упырь мохнатый? А, это максимальный, да? Вот надо сдвинуть вниз. Прикольно. Подожди, а что на подъем-то работает тогда? Подожди, вот это что за говно на подъем? Зачем мне подъем-то тогда вообще нужен? Это какой? Это последний. А последний это где? А, последний это вот здесь, да? По-моему, это он же? Нет, не он же. Не угадал. Не угадал ты, шмыга, с этим? Вот это тогда, да? Не, это с вешалкой. Нам нужен другой, тот. Хорошо. Вот этот, короче, да? Получается. Получается, что так. Получается, что так. Да, то есть вверх, ребят, если кто будет проходить после моего просмотра моего замечательного видео, да, то знаете, что верхом пользоваться совершенно неуместно. Подожди, а где лифт-то мой? А, лифт-то там. Лифт-то там, сказал он, и исчез. Не, ну в принципе-то логично, да. Кому нужен этот чертов вверх? А, сохраниться я уже не могу, правильно? Правильно я говорю? Правильно ты говоришь? Чё за бред? Здесь, короче, ни хрена нету больше, кроме как этого говна, я понял. Так, уезжаем. А мне надо опустить вот этот с вертюльками. Я же её... Прикольно, да, мне нравится. Очень классно сделано, все очень прикольно, очень как бы, ну, логично, понятно, модно, молодежно. Да-да. В смысле? Ты чё, дебил? Я нажимаю вниз. Проще, по-моему, рестарт сделать этого говна, чем дальше идти, нет? Это чё за верх? Я по... Блядь, вот можно, пожалуйста! Можно, пожалуйста, не так долго показывать мне, что там опускается? Я понял уже при первом взгляде, что там делается. Можно я дальше пойду? Короче, эту херню нужно наверх довести, и тогда она... Блядь, просто такой вот маразм. Вот... Иди в жопу, игра, просто иди в жопу.
Да блять! Ты можешь это понять или нет? Ёб твою мать! Не беси меня нахер! Ну, сучка, бесячая. Где это говно поднимает? Вот это, наверное, нет? Это второй, да? Я понял, это второй. Это второй, вот этот. Угу. Теперь вниз можно, да? Спасибо, Кэп. Так, второй вниз, второй вниз, второй вниз. Второй вниз, это вот это, по-моему, было, да? Второй вниз. Да, второй вниз. Замечательно. Окей, хорошо. Мы заберемся на второй лифт, запустим его вверх, и что-то произойдет, наверное. Не знаю, насрать вообще. Это типа загадки, загадочки. Загадочные загадки, понимаете? Это как бы не все не просто так здесь сделано. Это тебе не козявки на морозе трескать. Это как бы... Сука, я еб... Теперь ждем хпшки. Че? А, мы там были, да? Он не прыгает с нее, прикинь. Он с нее, блять, не прыгает! Ебучий случай, нахуй! Заебало, блять, реально, эта игра. Просто это какой-то маразм. Давай, блядь, иди сюда. Переключай, блядь, оружие. Заебал эти кусок говна через говно. Ты ебанутый, блядь, или ты ёпта дебил, нахуй? Охуеть, он стреляет. Пидор этот мелкий, блядь. Ага, в себя, блядь, стрельни, ушлёпок. Да ты охуел, блядь! Ты через две клетки, ёпта, по мне ебашишь. Дебил ты старый, блядь. Пиздец, блядь. Хуячит через две клетки своим, блядь, этим ёбаным, блядь. Зубочисткой, скотина, блядь. И чё ты, блядь, будешь? Чем ты будешь пулять-то, блядь, дебил? Пиздец, блядь. Выбесила игра просто капец, как выбесила. Еще раз, блядь, сделай нахуй вниз. Ты охуел? Ты охуел? Почему? Почему, когда я первый раз делал, ты все сделал нормально, ублюдок старый? А вот ее еще можно раз вниз? Подожди. Хуй, да? Понятно. Ну, хуй так хуй. Хорошо. Так, короче, погнали дальше. Да ты, сука, заебешь меня. Чё, застрял, блядь? Сейчас бы в двухмерных играх застревать, ёб твою мать. А зачем вот этот... Вот этот вот... Да, вот. Так. Опыт не собрали, да? Прикольно. Прикольно тебе, чувак. Опыт-то не собирать, да? Куда ты укатил моё говно? Охуенно.
Охуенно, охуенно. Не, серьезно, игра как бы, она, игра на самом деле простая, то есть до безумия простая, но вот эти всякие приколы, типа с, да, она как бы вообще раздражает очень сильно, потому что, понятно, это сделано для контроллера и на клавиатуре, то есть не успев, ну, то есть это как в Mortal Kombat, на джойстике быстрее кнопки нажимаются, чем на клавиатуре, это в принципе логично, мне кажется, или нет? Или я не прав? Но если я не прав, то я, значит, не прав. А если я не прав, значит, ты не прав. Кто не прав? А типа это я не буду выдвигать, да? Прикольно. О! На... Вы чё, охерели? А куда вы упали-то, ублюдки? Классные такие, да, вообще? И что вы тут делаете? А, да, херачите себя. Да. Первую я не опускал, что ли? Я забыл про это. Видимо, забыл. Видимо, забыл, да. Мой косяк, значит, мой. Косичело-то чей? Косичело-то мой. Мой, согласен, да. Слушай, патроны-то тают, на самом деле, на глазах. Тают. А, тут какой-то упырь будет сейчас, да? Ага. Так, есть гранаточка. Тихо ты, ёптельмо. Это что я сделал? Ничего не сделал. Так, что это? Пистолет-пулемет. А, это вот это. Но 2000 не надо, забей. А, аптека-то у меня тоже. Ну, 10 штук, нормально. А, гранаты. Сколько? 3. Ну, хватит, да? Хорош. Так, мы наверх поднимаемся теперь с этого говна. Так, пытаемся запрыгнуть на это говно. Правильно? Я понимаю. Назад он прыгает. Да, хорош. Танец маленьких лебедей. А ты зачем туда стрелял? Я мышку вроде не переворачивал. А, ну может быть я клавы типа сыграл, да? Это что значит? Подожди, а вот туда, а там что значит? Там ничего нету, ёб твою мать, я думал там секретик какой-нибудь есть. А, то есть отсюда мне нужно было открыть это говно всё-таки, да? А, теперь мне нужно взад Типа, нормально придумали. Вот это мазафака челлендж. А почему поднялся лифт этот? Ничего не понял, подожди. А... Я же его опускал. Или нет? Так, оп, стопа. Опа, она. Не стреляй, я собираюсь нападать. Ого, он разговаривает. Эш, как тебе такое? Я не могу определить степень агрессии в силу отсутствия надлежащей программы. Так что может вам его пристрелить, капитан? Ну, не будь... Не будь как я, Эш, давай попробуем побеседовать, а пристрелить успеем, если что. Вы, капитан, вам решать, но оружие с предохранителя советую снять. Приветствую, кто ты? Ты первый представитель мертвяков, который разговаривает. Я Арнихон, первый архиватор главного гептонида третьего инфатора. Я один из немногих, сохранивших разум после проклятия из корта Менарха. Менарха, очень интересно. Мы извлекли из недр древние артефакты, за это муриты наложили на нас проклятие. Но проклятие — это нечто антинаучное. Ты судишь об этом на основании тех научных достижений, которым обладает твоя раса. Но не все расы во вселенной развиваются по одному пути. Магия для
Маритов — это то же самое, что наука для твоей расы. Марит — это название твоей расы? Нет, мы называем свою расу Йолтан, а мариты — это более высокоразвитые существа. Как главный архиватор, я имел доступ к древним знаниям, предупреждал гиптонида о возможной опасности, но никто не послушал меня, и вот к чему это привело. А еще кто-то из Йокатуна сохранил разум? Мы Йолутан, Тон или Тан, неважно. Возможно, но точно мне это неизвестно. Я ищу базу-мусорочку, возможно, ты их знаешь как дроидов. Я понял тебя, да, действительно, вырожденцы имеют свое поселение за пределами гор. Но если ты идешь через Торхоном, город Йолунтан, то путь твой может пролегать лишь через старые шахты. Вход в шахты с блокированным инфатором. Инфатор не сохранил разума и опасен. Значит, придется убедить его отдать ключ, возможно, грубо. Удачи, представитель расы людей. Прими в дар этот кристалл памяти. Там собрана основная информация о событиях нескольких тысяч лет на этой планете. О, спасибо, изучим на досуге. Так. И чё? Куда дальше-то нам? Так, хорошо. Значит, там у нас какой-то злой инфоротор. Или инфоратор, или как его. А, так. Всё, понял тебя. Понял тебя, брателла, братуля, братуля, куля. Скотина-тварь, да. Нет, вниз. А еще вниз, нет, вниз. Скотина-тварь. Хорош. Хорош. Пойдем аптеку возьмем. Я так подозреваю, что мы получили ключ от всякого говнеца, поэтому... Хотя зачем мне аптеки, да? Мне бы какую-нибудь пушку посерьезнее, да? Ну ладно, короче, мы сколько, две аптеки взяли? Нормально, мне кажется, хватит. А слушай, до уровня недалеко, да? До уровнянского, уровнянского-то. А-тя-тя, а-тя-тя. Ах ты скотина какая, хотела меня туда скинуть, на эти кусты. О, падла тварь какая, посмотри на него. Так, мы, значит, отсюда получили, да, ключ. Ключ ключевский. Зря. А если бы мне он здесь понадобился бы? А нет, здесь все, да? Хорошо. Хорошо. Ну давай. Ну давай, давай. Давай посмотрим, что здесь. Так, музыка поменялась. Опа, да? Ну, если что, у нас пулемет есть. Если совсем... Ха-х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 а
Так, если в совсем будет жестко, короче, у нас есть с тобой пулемет. Надо это просто помнить. Понимаешь? Иди сюда, маленький мой. На самом деле получается, что у него защищен только Головешкин. Ой, хорош. Туда я попасть не могу, да, пока? Че, вызывамбо? Вызывамбо или не вызывамбо? Алло, игра. Ты не вызывамбо, типа? Пошел отсюда вон. Туда можно пройти? Опа-па-па-па! Ах ты собака, тварь, я так и знал. Тают, тают, тают на глазах твои смятения и обиды. Или что там? У тебя есть, типа, знаешь, у тебя есть... Опа. У тебя есть железный костюм и... Блядь, ну зачем ты себя зацепляешь за... Блядь, ну ты такой дебил, конечно, а? У тебя есть костюм, но кто ты без него? Да ты охерел, что ли? Я еще и получил удар. Это что? А, тут сейв. Да не надо пока сейва. Мы и так пока справляемся. Нормально. Раз, нормас.
В смысле, а что ты охранял-то, ублюдок? Меня облапошили, типа, да? Как обычно. Как обычно. А чё у меня так мало хп-то, алё? Игра, ты, мне кажется, врёшь. От кого я получал удары-то? Камон. А, слушай, так его можно избитый херачить-то. В смысле, там ничего не понятно, что там? Прикольно. Секретики! Братаны! Секрет. Два секрета тут должно быть еще, да? Сапоги я какие-то нашел. Сапоги мертвеца, да? 13 к броне и к опыту. Опа. 13 бронь, здесь 5 бронь. Подожди. Эпические. Макс здоровья, к шансу найти лич-хилки, гарантированного опыта после каждого убийства. К опыту и к броне. Нет, я, наверное, этот одену, да. Я, наверное, это одену, потому что... Просто потому что... Шипастая бомба, пачка динамита. Не, у нас, в принципе, все нормально по всему, но не нормально. Так. А как вызвать лифт-то? Ёптель-моптель. Подожди, а я откуда пришел? А, я вот отсюда пришел, да? Он мне предлагал вниз спуститься, вроде, нет? Да, или нет, или я отсюда... А, это я отсюда пришел, даже, да, вон сейф там, типа. А, я разрушил там говно, и мне дали говно, да? Правильно я понимаю? Или неправильно я понимаю? Да вниз, я сказал. А почему ты вниз не можешь? Почему? Ну, вниз не можешь. Там просто сейф у меня. Ёпти. Так, а когда экспа уже будет у меня, а? Дайте шмыги экспы немножко. Ну хорош, ну хватит. Ну хорош прикалываться. Дайте шмыги экспы. Шмыга нуждается в экспе. Сохраняли. Сохраняется. Вы сохраняли, а я сохранял. Сохраняли. Сохранили. Сохранил. Я. И я сам все взял и сохранил. Так, там мы были. А, стой! А, все, нет, пошутил. Дурак старый, блин. Ну я, да, я просто это... Я думал, что там еще какая-то проходка была, которую я не посмотрел. Так, погнали. Так, хорошо. По ХП... А, ХП снизу. И что дальше? А опыт? Чуть не сдох, прикинь. Бесящая игра вот этими моментами, она меня раздражает, просто раздражает. А, там нужно сломать это говно, чтобы лифт дальше прошел, понял, да? Чтобы лифт дальше прошел, надо сломать всякое говнище. Так, погнали. Не, оттуда же мы же оттуда пришли как раз. Как раз таки. Так. Куда так? А что так высоко? Это что, небоскреб у нас, что ли? Это же шахты какие-то ссаные.
Так, для дробаша Патрики какие-то эпические ботинки. Давай. Ну, мне бы так показалось, что эпические. Элитные какие-то армейские батосы, да? Батосы. Эпические, да. 9 броня, гарантированного опыта после убийства, к здоровью 3, к урону последней пули из магазина пушки. Так. Ну, да, хорошо. На самом деле, эти больше по броне, короче, но тебе дают, блин, плюс... давай еще этих возьмем. Патриков последних, да? Для дробыша. Для дробыша. Оп. Тихо. Сундук открой, падла! Все? Там ничего не было? Что там было? Боекомплект какие-то и все, да? И все, что ли? Подожди. Шипастая там была и все. Опа-па! Оп, сдохни, тварь. Нихера себе он! Ты видел, что он сделал? Да ты А, простреливается пол. Ну, как обычно в игре, типа, блин. Ну, как бы, там что-то про... Как бы... Откуда ты-то взялся, алё? О, сука. Откуда он-то взялся тут? За бред. Так, мне нужен опыт уже. Мне нужен... У меня уже опыт должен быть, да, по идее? Ну, ладно, погнали. Что тут у нас? Так. Эш, дай я угадаю, блок данных зашифрован? Не совсем, информация не зашифрована, но она не на неизвестном языке. Моя ОС не содержит подходящих словарей, чтобы прочитать данные. А мы хотели, чтобы все... А мы хотели, чтобы все было просто, да? Значит, мы ничего не знаем про инфатора и каким оружием его побеждать. Тем, что есть в наличии. Логично. Ну да, логично, очень. Ай, ёб твою мать! Да я хочу опыта себе, дай опыта, падла. Опа. Еба. Инфатор, типа, камон. Нихера он мощный. Вообще на изи, короче, их разломал, да? Окей, так, тихо, тихо. Меняем. Меняем на дробаш. Тихо. Тихо. Что здесь? Нихера себе! Дурак, что ли, блин? Ну, блин, это нечестно, когда так-то, ну, блин, так нечестно играть, ребята. Памс, 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 памс. И все? Ну, хорошо. Так. Это что за говно? Ракетница, одна, один, много жертв. А это что? А, это бинты. Не, не надо. Мне ничего не надо, да? Я буду там с таким. А чё, а, я вообще, я в порядке. Подожди, это что за говно? А, это сейвница. А мне не надо сейвница. Зачем мне сейвница? Еба! Типа чё? Камон. А он своих тоже, короче, гасит, типа, да? Так а зачем сейвница, если у меня здесь сейвница? А, ну чтоб не слушать этого микро этого. Да-да-да-да-да-да. Да чтобы вот это, короче, пройти вот говно, которое не нужно никому. Да-да-да-да. Да-да-да-да-да, я понял, зачем сейвница, чтобы не смотреть. По 300 раз это говнище, я понял тебя. Короче, нельзя на эти, на бомбы попадать. А так его, короче, с дробаша я сейчас его вообще вынесу, как маленькую девочку. Так, смотри. Смотри и учись. Так, новый уровень. Здесь то же самое, да? Только тут аптеки, тут ракетница. Да мне не надо, зачем мне ракетница? Ну, камон, хорош. А зачем? Тихо. Надеть. Мы сейчас с ракетницей его трахнем. Понял, да? Опа-па! Сука!
Да, блядь, да... Это такой маразм, ребят, это просто жесть. Давай, загружай. Загружает он. Да-да-да-да, мы это все читали. Мы это все читали. Ах ты собака-тварь, а! Так, ну ладно, у нас новый уровень, поэтому ничего страшного. Так, здесь у нас все понятно. Так, теперь здесь. Вот так вот сделаем. Так, теперь берем это говно, берем... берем дробаш. Подожди. А первое мы вот это делаем, да? Сейчас посмотрим, кто кого. Так, сохраняем бы. Сохраняем бы. Ну это... Ну, нельзя пропустить, да? Мой опыт, смотри. А как от тебя уйти-то, сучка? Блин, ну это просто бредятина, ребят. Ну это серьезно, ну. Где ты там? И сюда. Бейся как мужик. Все, сдох. Эй, алло. Мне оказывается на пулемете-то 2,4К патриков, прикинь, а я не знал. Секретики есть? Секретики. Пошел в жопу, упырь. Все? А что, у меня места нет? Почему? Динамит, боеприпасы к ракетнице. К ракетнице. Так, динамит. Давай гранату тогда продадим. Ой, продать все. Редкий, броня 30, к силе критическую ловкость. Да? А где что у меня? Нет. Пока нет. Пока нет. Ну не то, не то пальто. Ну зачем мне пальто? Не надо. Оп. Так. Давай в эту дырку сходим. А в этой дырке ничего нет как-то. Обманули. Блин, тут еще какой-то есть секрет, а я не знаю какой, прикинь. Один. А я не... Опа! Верни. Дай пушку-то.
почему ты пушку-то не хочешь брать? Боеприпас продать. А, продать все, да, вот. Что за пушка? Мясорубка. А, не надо. Мясорубку мы не любим. Мясорубку. Стой, у нас все. У нас теперь все через это пойдет. Да блин. А, не, я не попал по себе, да? По себе. И по себе попал, я нет. Опа-па! Сука! Вот, реально бесит. Что говорят твои сенсоры по поводу шахты? Есть там агрессивная живность? Капитан, мои сенсоры активны в наличии большого количества механизмов. Полагают, это шахтерские роботы. Звучит безобидно. Это же простейшие механизмы, они должны быть опасными. Так, ну подожди. Мы пока еще здесь не все подпрошли с тобой, да? Правильно я же говорю? Давай еще здесь немножко походим, посмотрим. Опа. Опа-па-па-па. Секретики. А вот и секретики. Да тихо, тихо, успокойся. Расстрелялся там, а? Смотрите на него. А что там валяется? И все, больше ничего нету здесь. Реально. 20 аптек, все нормально у нас, короче. Все у нас нормально, по патрикам все нормально. Да. Ребят, так что на этом я, наверное, закончу нашу с вами эпопею в зомбатроне. И следующая серия будет уже именно вот с этого уровня. Правильно я говорю или неправильно? Конечно, правильно. Ребят, всем спасибо большое, если понравилось видео. То что нужно делать? А, лайки там, да, говорят? Там лайки, там колокольчик, подписываться, там коммент, что? Комментарии, там это Шмыга на канале у Шмыги. А, да, всем счастливо, всем пока.